Власти Израиля направляют дополнительные армейские подразделения, чтобы усилить части на границе с палестинскими территориями. Также под охрану военных берутся населенные пункты и ключевые трассы. Поводом к этому стал очередной всплеск насилия на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, где продолжаются ожесточенные столкновения палестинцев и израильских силовиков. Накануне в стране произошли сразу 4 теракта. Экстремисты с пистолетами и ножами нападали на пассажиров и людей на улице. Жертвами подобных атак, которые начались еще 2 недели назад, стали уже 7 израильтян и 19 палестинцев. 10 террористов полиция ликвидировала.